Давайте, вставайте, пожрем вместе на камеру. Не знаю, что завтрак, обед, ужин. У меня состояние, нестояние вообще. Я там уже шорт сняла. Перед стримом пожрать надо на камеру. Телефон старый, это правая рука, это левая. Меня смотрят только жирные и толстые, и семимесячные. Кто на диете, вам смотреть нельзя меня. Ну, вы диету соблюдаете, а я-то нет. Я так, фотомодель. Ой, девки, не могу. Пока готовила, лежала, как корова. Ну, не знаю, у меня надо что, гулять-то и что. Сходила в магазин сама. Чуть ногу не подвернула. Ну, надо зашнуровывать, и будет нормально все. Ладно, все нормально будет. У меня весной такое всегда. Такое состояние, нестояние. Что теперь? Девки, это сегодня Марго мне попалась в ТикТоке. Боже упаси, там ей пишут гадости, она отвечает. Мне Верка написала, она ее 3 года смотрит. Сына забирает, бабушка, не знаю, какая бабушка. Там, идите под видео, Верка обратно написала. А я в Дзинь кинула и в ЭК. Что бабушка вообще не может забрать. В деревню бабушка, говорит, забирает ребенка. Дети от разных отцов. Верка ее смотрит 3 года. Ну и что, что это... Она, говорит, такая не всегда. Ну, сын, это мужик ее приходит, сыну есть, говорит, готовит. Ну, забери ее в общагу его. Такой мальчик хороший, девки, вы только видели бы. Полненькие. Мучи-пучи. Девки, сардельки давно не ела. Сейчас наебашусь, как корова. Да, я в ногтях люблю ковыряться. Я ж не у вас ковыряюсь, а свое. Девки, вы не поверите, вот глаза у меня, сижу, ем, а у меня глаза не яйца, а закрываются. Спать хочу. Боже упаси. Не, у меня такое бывает, детки, весной. Вкусные. По НТВ. Сейчас обратно показывались треш стримеров. Этот, который не русский. И его все, сейчас он сидит в этом. Ну, до сюда там девку показывали. Потом блогер, я не знаю, где она. В ТикТоке, где она вела ребенок там. Ее на работу теперь нигде не берут. Ну, сейчас по телеку показывали. Вот НТВ. А этот прям бил там всех. А, еще сказали, его неделю уже показывают это. Забыла, как звать. Ну, он, имя не русское у него. Может, он татарин, не знаю. Оказывается, он там бил
Несовершеннолетник даже. Ну, наберите НТВ, где там. В Дзене или в Ютубе. Угу. Девчонки, я не могу, у меня глаза прямо это. Ну, спать хочу, не могу. Яйца какие, не знаю. Какие яйца вот. В ТикТоке я увидела. Один мужик говорит. Ну, не старый, не молодой. Я, говорит, яйца ем и похудел. Да это каждый день яйца есть, девки. То есть блеваться можно. Угу. Все, ничего не интересно там в ТикТоке. Одно и то же. Машка попадается. Это Санкт-Петербурга. Ржет своей. То она без зубов, то зубами ставит распаковку. Она вообще мне сегодня попадается. Угу. Я без хлеба, девки, ем без хлеба. И уже так привыкла. Как будто... Ой. Санкт-Петербург. Она мне прям сегодня... Ой, девки, первый надо варить. Не хочу. Мне посуды вам показать сколько. Ты наша муси-пуси. Чё, чундра. Показать сколько посуды у меня, ребят. Не могу. Не хочу. А у меня такое бывает. Если я не хочу, я не буду делать. Буду валяться. Ну да. Ну да. А что там? Сообщение, что ли, прислали? Девки, что я хочу сказать, девки? Я вас не заставляю меня смотреть. Каналов очень много. Я вас не заставляю. Я от тебя... Да отписывайтесь, ребят. Рынок большой. Я уже с 15-го года легенда Ольга Валерьевна с Перископа. Ну, свои условия не ставьте. Как пишут, я отписываю, да ради бога. Один ушел, пять придет. А, это соседка пишет. А сверху. Один ушел, пять придет. Пять уйдет, десять придет. Это же интернет, девки. Почему? Я все прошла, я огни и воды прошла. Ой. Я что, должна плакать, что ли, чтобы отписались? Ради бога. Донаты вы мне кидаете. Ну, другой будет кидать. Другой будет. Ну, это же рынок, ребят. Ну, вот играют это в казино. Это как казино. Мне, если канал не нравится, я подписана, и мне он, я подписана, мы друг на друга, он мне не нравится, клянусь, я даже не буду ни лайки, ни дизы. Я дизы никому не ставлю. Никому. Я даже смотреть его не буду. Не надо мне условия свои, я отписываюсь, ради бога. Всем никому ничего не докажешь. Но я не позволю, когда моего друга Лёсика оскорбляют, что-то сочиняют. Угу.
все свои мнения оставляйте при себе. Вы приходите, общаетесь друг с другом, и друг друга оскорблять не надо. Доказательства, я всегда говорю, давайте доказательства. Мы это шутим с Лёсиком, что Шик идет. У Шика жена есть, красавица. Не надо сочинять то, что... Если Николай Сергеевич не стесняется, он и говорит. Не надо Лёсика оскорблять, если вы не знаете. А я его хорошо знаю. Мы порой так общаемся, что даже в группе не знают, о чем мы шепчемся. Никого здесь не держат за горло. Ради Бога, отписывайтесь. Девки, я не могу, я спать прямо. Я бы сейчас тарелку вот так вот, вот и все. Это как казино, интернет. Я все прошла уже. Так и другие придут, уйдут. И донаты как кидали, так кидают, ребят. Не вы, и другие, чужие кидают. Ой. Девки, это вообще... Катерина сказала, мне сегодня Катерина наша, Ярослав, она Доню кинула и говорит, она укол, она говорит, я делаю С. Ну, я витамины пила, разводила С. Вот это мне не идет, рыбий жир. Я тут раз, помните, рассказывала, пошла, набрала 3 пачки, стала пить. Ну, а мне баба одна говорит, я пью рыбий жир, потом отдыхаю обратно в нашем возрасте, да-да. Но я 3 пачки взяла, потом выкинула его. Я пошла, купила, Ленка работала, Надькина дочка. Я пошла, купила. Стала пить неделю. Потом, как у меня пошло рыгать рыбой. Я пошла в аптеку. Лен, так, так, значит, у тебя все нормально. У вас, говорит, нормально все. Не пей. Я выкинула. Это вообще прям рыгалось у меня рыбой. Ну, кажется, свой организм. Она говорит, я пью, сколько-то отдыхает она. Думаю, боже упаси. Девки, столько у меня посуды. Декабрис у меня. Завтра картошки пожарю, у меня селедка еще есть, бомбическая. Сейчас соседка разговаривала, она сказала, у нее 3-й раз распускается декабрист. А мне этот 3-й раз, а тут... Тот сильный был, когда я заболела, он вообще опадывал эти... 2 раза цвел и стал падать, когда я случилось у меня это... А сейчас видит он, что я выздоравливаю, такие букеты, вот они, бутоны. На втором, на третьем, на я первом не знаю, надо посмотреть. А я с ними разговариваю, со всеми цветами. Вот так я вот так подхожу. Ой, мои муси-пуси, тю-тю-тючки, мои нюнечки, лю-лю-люлечки.
мои красавицы. Огонек надо перевернуть. Угу. Там бомбина соер, девки, я не могу. Мне плохо. Сегодня выйдем на немножечко, посидим, ребят. Угу. А что-то тихо у нас стало. Не бегают, не орут. Ну там же привезли ребеночка, же тишина должна быть. А не было, ты что? Ольге Валерьевне надо постучать по голове. Как кони бегали. Ничего. Сейчас потеплеет, я на лавочку пойду и включу музыку. Я даже ночью, знаете, встала это. До этого два раза вставала. Ну, не в один день, а в два. Это лимонку делала. Ну, чуть-чуть бросила водичку в холодную. Пошла, воды холодной спустила. И лимонной кислоты. Ой, девки, ну, чуть-чуть, чтобы кислое. Я выпил, девки. Это кайф было, кайф. Ага. Угу. Это кайф было. Пошла Самвелу посмотрела. Что-то ничего хорошего. Ничего хорошего. Что-то там он уши чистил матери, что она сама не может, не в состоянии. Перепёнку какую-то. Боже упаси, одни проблемы у них. Он смеется, заметили как? Девки, раза 3-4 попадалась мне по ленте Юлька. Юлька-то две сестры, двойняшки, жирные. Девки, она стала, ой, секс-бомба. Ну, которая сейчас в Германии. По ленте попадалась, но я не стала смотреть ее. Там полностью это, жрачки. Угу. Ну, Юлька. Юлька и Лариска, что ли, ее звать? Вторую сестру. Да, и попадалась, где она жрет. Это одна-то снимает, а эта жрет. Полный стол. Что-то какой-то цвет с экрана. То ли они так делают. Я сперва подумала это. Как эти обзорчики. Нет, это ее канал. Я подписана. Боже упаси. Как будто последний раз жрет она. Ну да. Последний раз как будто жрет. Полный стол. Девки, она поправилась. Боже упаси. Мандарины тоже гая. Господи. А вы говорите, я жру. Я ищу цветочки.
Я жру. Зайдите к ней на канал, посмотрите, сколько она жрет. И меня сравните. Я против нее, правда, фотомодель. Юлька Старт, идите посмотрите, сколько она жрет и сколько я. Я раз в день. А что это такое? Не пойму. И печаль, и радость. Идите, посмотрите. Сколько жрут. Вот это вкусное. Что это такое? Бур такой. Это что у меня в животе? Пойду вот когда завтра гулять, и надо сапог мне затягивать. Ну, там этими шнурами надо. А не так я одела, и шнуры меня вне болтаются, чтобы ногу стянуть не болталась. А снег-то растает. Ну, я никуда не пойду, я около дома постою. Я в магазин шла, около общаги, там это, раз это, ну, нога-то болтается, надо затянуть было. И так вот раз, чуть не подве... Ой! Аккуратно надо, девки, аккуратно. Чем бомбина. Все аккуратно надо. А то людей насмешишь. Угу. Стол протереть надо. Ёпта твою. Всё надо аккуратно, девки. Мне там эти... Печенье не свежее. С этим попить, с кисельком. Всё аккуратно надо. Аккуратно, аккуратно. А то будьте чем бомбина. Ага. И будьте чем бомбина, Сойер. Это дома ровно все. И то я аккуратно хожу. Аккуратно хожу. Ага. Ага. Вот так. Девки, вчера обратно этот был. Поэтому он здесь, наверное, не ведет стримы. Этот, как его? Господи, как его? Он в ТикТоке ведет, Мелстрой. Потому что сейчас закон, все. А у него стресс-стример. Он же стресс-стример. Это нельзя. А там все, я вчера его смотрела. Не знаю, ведет он здесь или нет. Ну, в этом. О, видите?
В Ютубе, я не знаю, ведет, но вчера он каждый день ведет это в этом. Как называется? В ТикТоке. А здесь я не знаю, ведет он. Раньше-то я здесь видела его. А сейчас нет. Я не вижу его. А в ТикТоке он каждый день. Угу. Там бомбина. Ну, сегодня сказали, что закон ввели. А этой девке помогли, корреспондент, она не вышла, дочку оставила. Блогерша тоже, которая безобразничала. И она пришли на работу, она не вышла. Пошли к ней домой, девочку с бабушкой оставила. Сейчас заберут его. Ребенка заберут ее. Ой, откуда она? С Нижнего Новгорода, что ли? Там все такие. Угу. Короче, наберите, посмотрите. Ее какой раз показывают за эту неделю? Эту девку. За ум взялась. Угу. Ее нигде не брали, потому что ее по телевизору показывали. А корреспонденты пришли и помогли ей. Она должна была выйти, не вышла. Вот так. Чундра. Не знаю, бабушка какая, старая там, не знаю. Сказали, с бабушкой оставили. Прям бомбина. Я как спать хочу, ребят. А я больше не буду срать сегодня. А чего жрать-то? Разогревать все надо, там варить не хочу. Я устала сегодня, как будто пахала. У меня глаза тяжелые, девки. Девки, мои муси-пуси. Глаза у меня тяжелые. Не знаю почему. Тяжелые вообще. Нехорошие печенье мне не понравились. У меня зубов нету. Только печенье. А это что внутри непонятно. Ерунда какая-то. Вот. Покажу, вот что это там, вот это вот какие-то, господи, муси-пуси. А это песочные. Угу. Там баба пишет мне одна. Я убрала. Ольга Валерьевна так грубая. Знаешь, дорогая, я тебе хочу сказать. Какой привет, такой ответ. Как вы ко мне, так и я. Кто со мной нормально, я со всеми общаюсь нормально. А если вы пишете ерунду, зубы, это уже пройденный этап. Это никому не интересно. Иди работай, ногти там выковыришь. Это мои ногти. Я могу и там поковыряться и облизать.
Что там еще писали? Это пройденный этап уже. Это никому не интересно. Зубами. Это, извините, полстраны без зубов ходит. Ничего. Не умерли. Угу. Мне замуж не выходить ни за кого. А за кого выходить? За барахло? Мне так кайфово. За барахло вы выходите. Хорошие мужики с женами живут. Угу. И хорошие мужики своих детей не бросают. Не хочу. Ладно, зайки, давайте, мои муси-пуси, приходите или в 7, или в 8, я сейчас лягу, не могу, хоть посплю, у меня глаза тяжелые очень, ну, на сон тянет, давление у меня нормально, не пишите там давление, это, все, давайте, до встречи в эфире.